Всем привет, уважаемые друзья, подписчики и гости канала. Меня зовут Владимир, компания «Лидер Нижний Новгород». Вы смотрите нас на YouTube-канале «Лидер НН Лайф». И сегодня нам исполняется 5 лет. Для этого мы делаем 5 предпродажных проверок. А также, не забывайте, мы дарим подарки. Это не касается дня рождения YouTube-канала. Мы дарим подарки всем покупателям, даже на маленькие акустические системы. Дарим Bluetooth-наушники от компании AV. Это стерео Bluetooth с аккумулятором повышенной емкости. И попыт на выбор. Антистресс сейчас тебе пригодится. И первую проверить я предлагаю самую маленькую акустическую систему на сегодняшний день, которая у нас есть. Маленькую, но мощную. Это Electronic 2027. К ней мы также дарим наушники от компании Away и попыт. 2027 едет у нас в город Светлополянск для Александра Леонидовича. Вскрываем, проверяем, отправляем. Сверху у нас коробочка с комплектом. Пенопласт, чтобы дошла в целости и сохранности. Вот такая классная акустическая система 2027. У нее даже фазоинвертор есть, ручка для переноски. Управление все сверху, удобное. Давайте заценим, как она звучит. Итак, мне сейчас хуже слышно, отключил петличный микрофон, включаем трек. Маленькая, но очень громкая. Вот такая маленькая, но очень громкая. И доступная на данный момент. Если хотите приобрести или узнать цену, обратитесь к номерам телефона, которые всплывают в Viber или WhatsApp. Из-за нестабильности курса валют цены постоянно меняются, поэтому лучше сразу пишите на момент, когда уже посмотрите видео. А эту 2027 мы запаковываем и отправляем в город Светлополянск для Александра Леонидовича. И переходим к следующей распаковке. Итак, у нас осталось 4 модели. И также самую маленькую возьмем из них, из которых осталось. Кроме нее осталось еще 300 и 2 500. Это абсолютная новинка. Модель называется Electronic 2028 Firebox 350. Также к ней в подарок идут наушники от компании Away, Bluetooth наушники беспроводные и попыт. Едет у нас город Мирный для Антона Юрьевича. Давайте вскрываем, проверяем и отправляем. Сверху у нас пенопласт, дойдет куда угодно, не повредится. Сама акустическая система. В комплекте сетевое зарядное устройство, проводной микрофон, пульт дистанционного управления, инструкция на русском языке. Я ее распаковал, вот такая классная подсветка, режимов у нее много, обзор на нее есть. Управление все сверху, сзади есть фазоинвертор и снизу ножки. Вот так вот выглядит панель управления. Металлическая решетка, фазоинвертор и прорезиненные ножки. Ну что, включаем трек и проверяем. Зажжем я солнце, она горит, наши пускай.
Громкость на уровне 21. Так вот здорово отыграла 20-28, звонко, чисто поет, есть бас, и это была 21 из 30, это не максимальная была громкость. Ценник у нее привлекательный. Конкретно эту запаку мы отправляем вместе с подарками в город Мирный для Антона Юрьевича. И переходим к третьей акустической системе. И третья сегодняшней проверки у нас Dancebox 300 от компании Electronic под артикулом 2014, это очень крутая модель. Все управление сзади, большие динамики 10 дюймов и два радиомикрофона идут уже в комплекте. А также мы дарим тоже стереонаушники от компании Away с аккумулятором повышенной емкости и Pop-It. А отправляется это у нас все в город Владимир для Константина Михайловича. Также Константин Михайлович приобрел два лазера 101 от компании Electronic. Вскрываем, проверяем. В комплект поставки входит два радиомикрофона для караоке, зарядное устройство от сети от 12 вольт, инструкция на русском языке, AUX-кабель и пульт дистанционного управления. Инструкция AUX. Зарядное устройство 220 вольт, 12 вольт и пульт дистанционного управления. Такие микрофоны. Вес акустики 16 килограмм, сбоку есть ручки. Также сзади есть телескопическая ручка, ее можно перекатывать на колесиках. Вот такая панель управления. Питание 12 вольт, 220 вольт, механический эквалайзер, есть антенна для FM. Куча настроек на вокал. Ну а теперь давайте заценим, как она звучит. Так, птичка я включил. Пишем на основной микрофон. Проверяем радиомикрофон. Сначала оранжевый. Раз, работает. Проверяем синий. Electronic лучше акустика. Включаем трек, проверяем. Громкость Dancebox, как всегда, на сети, отыграла она классно. Все здорово работает. С запаком мы отправляем в город Владимир для Константина Михайловича. Лазер мы тоже проверили, но не будем растягивать видео. Переходим к колонке номер 4. Итак, у нас остались 4 и 5 колонка. Откроем, проверим их вместе, поскольку модель одинаковая. Это у нас едет в Нижегородскую область, город Краснобайки, для Сергея Владимировича. Также ему отправляют вот такие классные стерео-блютуз наушники от компании Away и Pop-It. Он, кстати, просил показать, как он выглядит. Вот. Антистресс. А вторая акустическая система у нас едет в Североуральск. Для Дмитрия Николаевича. Дмитрий Николаевич, тоже привет. Наушники также отправляем и Pop-It.
А теперь давайте скрываем, проверяем и отправляем. Все едет компания Озон за наш счет. У каждой акустики два радиомикрофона в комплекте. Сама акустическая система. Ну и, конечно, комплектация. Ну и у второй также в комплекте два радиомикрофона. Зарядное устройство от сети от автомобиля. Пульт дистанционного управления, AUX и инструкции на русском языке. Итак, колонки включены. Я предлагаю сейчас проверить радиомикрофон и на той, и на этой системе. Для этого пока левый отключаю. По-вашему, правый. Микрофоны беспроводные, работают от двух пальчиков батареек. Стандартные пальчики. 2А. Электроника Россия. Оранжевый работает. Следующий будет у нас с синим колпачком. Это 261,8 МГц. До этого был 237. Раз-раз-раз-два-три. Тоже прекрасно работает. Теперь сразу проверим ее на звуки и перейдем к следующей. Полный обзор на эти колонки есть. Напишите по номерам телефона Viber, WhatsApp. Обязательно скину ссылочку. Или просто пишите, объясню по характеристикам. Включаю петличный микрофон. Так, эту проверили, классно отыграла. Проверяем вторую акустику. Тоже первый будет оранжевый микрофон, как у той модели. Это частота 237 МГц. Electronic 2005. Классная акустическая система. Работает. Проверяем синий радиомикрофон. Раз, 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 два, три. Прекрасно работает, классная акустическая система. Ну что, и проверяем, конечно же, на музыке. Слышно, включаем трек от DJ Seva Mix и посмотрим, как она будет. Топки рублей. А лука, кстати, абсолютно одинаковые. У них есть функция ТВС, их можно между собой по ТВС соединить без проводов. Громкость 10-15% примерно. We'll be right back.
вот так вот здорово все отзвучало. Все, мы это дело запаковали вместе с подарками и отправляем компании Озон за наш счет, ребят, по адресам. Так что заказывайте обязательно, пишите по номерам телефона, которые всплывают на экране. Спасибо, что все эти 5 лет вы нас смотрите. Если видео понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Владимир. Пока-пока.